Привет! Меня зовут Сергей Чураков. В этом видео я вам расскажу про акционерные деньги. В компании, как вы видите, AXS – лидирующий мировой провайдер интернет-продуктов и рекламных услуг для малого бизнеса. Итак, компания вчера выплатила нам акционерные деньги. Сейчас я войду в кабинет и вам покажу новости от основателя компании Стива Реннера и покажу эти самые акционерные деньги. И где их посмотреть? Значит, видите, 24.07.2015 года. Значит, включаю. Hello, ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, privyet. Today I want to talk to you about the equity sharing plan, or what we call ESP. The plan was set up to allow our hardworking consultants who qualify получать процент от прибыли компании за год. Мы рады сообщить, что за последние три года было выделено более 16 миллионов, которые будут выплачены консультантам соответствующим требованиям ESP и так далее. То есть как раз вот эти 16 миллионов долларов были выплачены 24 числа, то есть вчера. Значит, здесь, если вы заметили, идет новостная лента, то есть нас знакомит постоянно компания с разными новостями. Значит, возвращаясь назад, вот здесь мой кабинет, детали аккаунта нажимаем. Далее вводим секретный пароль. Секретный пароль применить. И, как вы видите, дата моей регистрации 21 февраля 2011 года. То есть прошло сейчас уже, ну, пятый год идет, как я в компании AXS нахожусь. Как вы видите, 12 год, 13 год, 14 год написано «да» зелененьким цветом. Что это означает? Это означает, что я участвовал в эти три года в квалификации клуба учредителей компании. Каждый год компания по итогам года распределяла определенную сумму денег, и какая-то сумма денег и мне какая-то часть от этой общей суммы денег перепала, конечно, и мне. Вот сколько я знаю компаний было в интернете за 5 лет, как я в интернете нахожусь, участвую в разных компаниях. Было множество обещаний, там, становись быстрее фаундером, то есть будешь иметь пожизненную долю в компании, там, нужно где-то деньги заплатить, акционером станешь. Все что-то обещают. Вопрос, где ваши обещания реализованы? Нету ни одной компании, вот по факту, которая реализовала вот эти акционерные деньги, чтобы люди получили деньги с своих акций. Нету. Значит, здесь по факту есть деньги, на которые мы должны, по идее, были купить акции компании. Но компания решила пересмотреть свое решение и решила выплатить эти деньги, которые мы заработали, которые не вкладывали на покупку будущих акций, а именно заработали. И, конечно, компания решила рассчитаться с партнерами. В дальнейшем, если у нас будут... Если будет выход на IPO, на биржу, конечно, будут какие-то другие условия. Но эти деньги, конечно, компания нам выплатила. Итак, значит, за вот эти три года деньги были выплачены компании сейчас. И сейчас я зайду в eWallet. То есть, как зайти в eWallet, я еще раз напомню. То есть, номер аккаунта eWallet, вот этот номер аккаунта eWallet, вот это вход. Кликаем сюда на вход. Входим, пишем вот так, ENG и ваш номер ID. Нажимаем вход. И, как вы видите, 245 долларов. И мой баланс, эти деньги как раз только-только поступили. Вот 24.07 выплата комиссии плюс 247 долларов. Вот тут можно нажать на плюсик и увидеть более подробно. ESP, return по плану ESP было выплачено. ESP это, то есть, как я вам объяснил,
как Стив Рейнер сейчас объяснил, это план акционирования у нас был. То есть план долевого участия в компании по итогам каждого года. Итак, чтобы отправить деньги из Access Global Wallet, можно отправить, вот так нажимаете «Вывод средств». Я уже делал неоднократно видеоролики, то есть вы можете отправить здесь и на Kiwi, и на кредитную карточку, и на предоплаченную карточку. Предоплаченная имеется в виду карточка от компании, там два варианта карточек, это карточка Pioneer и FSP. Также банковский счет можно выбрать для вывода денег. В данном случае я вернусь на главную. И видите, вывод на кредитную карту. То есть кредитную карту я уже привязал. Значит, комиссия $4,5 на рублевую карточку. И комиссия $8, если у вас карточка долларовая. У меня стоит, я поставлю галочку здесь и нажимаю продолжить. Здесь надо нажать галочку «Принимаю» и «Я разрешаю». Значит, проверяете сумму. Сумма здесь уже автоматически будет стоять за вычетом $4,5 комиссионных. Вводите здесь пин-код. Пин-код и нажимаете «Продолжить». То есть, видите, итоговый баланс $245.78, а получу я $241.28. Комиссия, конечно, $4,5 за транзакцию, независимо от суммы. Нажимаю «Продолжить». То есть я вывожу на карту от Евросети Кукуруза MasterCard и нажимаю «Перевести сейчас». Все, деньги улетели. Читаем внимательно. Транзакции, отправленные после 16:00 восточного поясного времени, будут обрабатываться на следующий рабочий день. Обработка этой транзакции займет от 3 до 7 рабочих дней. Как раз вот еще письмо я получил о том, что транзакция была совершена из кошелька на кредитную карту со счета такого-то, на счет, имеется в виду, на карту такую-то, сумма такая-то. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Вернуться к обзору. Как вы видели, мой итоговый баланс стал 0, деньги отправлены. И дальше, конечно, осталось эти деньги получить. Ну, конечно, видите, история получения денег видна. Итак, если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Компания Access платит 9-й год на сегодняшний день. Участвуйте в компании Access. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч.